Добрый день, дорогие зрители канала. На ваших экранах музей Тропинина. А мы с вами зашли как бы за него, да, и здесь в комплексе этого музея находится фамильный особняк Феликса Евгеньевича Вишневского. Я пришла сюда на ярмарку. Кто такой был Феликс Вишневский? Вот как раз этот флигель, да, это дом, в котором до сих пор, кстати, живут его родственники и восстановили его на свои деньги. Феликс Вишневский был известный коллекционер и собиратель. Здание это построено было в 1883 году как флигель главного усадебного дома Масленникова Пастухова, который на ваших экранах был в начале видео. И теперь вот в доме Вишневского проходят аукционы, лекции, мероприятия разные. Сейчас, чуть позже, мы с вами как раз отправимся, собственно, на второй этаж этого дома. Ну, давайте просто посмотрим, какой интересный винтаж продавался на этом маркете. У вас европейский, да, винтаж? Да. Чтобы вот такие лягушки пепфлёр называют, да. Это ваза именно розовая. Итак, мы с вами уже внутри дома. Меня, безусловно, привлекла историческая планировка внутри особняка, атмосфера 19 века. Здесь нет лишней роскоши, но много уютных антикварных деталей, которые хочется трогать, рассматривать, красивые сервизы, антикварные подносы. В аккаунте дома Вишневского можно подсмотреть сервировки с использованием старых сервизов, и для мероприятий здесь даже можно готовые блюда заказать или приготовить их самим на кухне. Красивый действующий камин, самовар, все просто, но со вкусом. Я здесь помечтала о том, что хотела бы прочитать лекцию, конечно же, про историю вещей, да, встретиться, возможно, со своими читателями, поговорить про те предметы, которые нас окружают, и даже, возможно, попробовать себя в винтажной сервировки. Кстати, Вишневский подарил в музей Пушкина несколько редких картин и предметов мебели. И что самое интересное, вот меня, знаете, иногда как бы ругают за то, что я что-то подбираю около мусорок, да, и, кстати, об этом и посты пишу. Так вот, один из спасенных с мусорки Вишневским предметов, которые уже хотели распилить на дрова, оказался редкий шкаф 17 века. Представляете, вот насколько человек мог, не пренебрегая, да, тем, что находится вокруг нас, рассмотреть интересный, даже антикварный предмет. Первый директор музея Пушкина Крейн, он о Вишневском так говорил. Феликс Евгеньевич говорил: не пренебречь ничем. Если встретишь где-нибудь вещь, даже не имеющую отношения к теме, но ненужную другому хозяину, пропадающую, забери ее, изучи, отреставрируй. Может быть, обменяешь на что-нибудь нужное или подари, отдай другому хранилищу. И мне кажется, эта цитата, она актуальна и сегодня. Да, если вам какие-то вещи не нужны, можно их отдать или отреставрировать, подарить, отдать тому, кто их отреставрирует, или просто отнести, поставить рядом на мусорный контейнер. Спасибо, что были со мной в моем видео. Обязательно напишите в комментариях, были ли вы здесь, или есть у вас такие ненужные предметы, которые потом, впоследствии, оказались нужны другим людям. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!